Ежедневно первоклашка Настя Бартенева. После учебы в общеобразовательной школе бодрой походкой идет на урок по классу флейты. Музыкой юное дарование занимается третий год. Сказать, что у нее все получается, не сказать ничего. Настя словно губка впитывает информацию, стремится развиваться и постоянно терроризирует старших учеников, чтобы те научили ее чему-то большему. Настя – это очень активный ребенок, который постоянно что-то требует, как сказать, познать, что-то новое изучить, куда-то залезть, там, где надо и где не надо. Она не просто играет свою программу, она к тому же еще, что слышит, ей нравится, и ей вот, она разбирает, насколько может, то есть она такая деятельная, она не только выполняет домашние задания. На самом деле, с детства мне очень сильно нравится музыка. Я решила сама научиться ее играть. И в 4 года я решила попросить маму, чтобы она меня отвела в музыкальную школу. Сначала дома я разных на дудочках, инструментах играла, на игрушечных. Мне все инструменты нравятся, но мне больше всего нравится звучание флейты. Любовь к музыкальному инструменту не проходит бесследно. Настя очень быстро освоила игру на блок-флейте, но и этого ей показалось мало. Поэтому администрации школы, которая идет навстречу пожеланиям юного музыканта, было решено купить для нее профессиональную флейту. И теперь на ней Настя оттачивает ноты, учит произведения. Я много раз участвовала в конкурсах, у меня много медалей, один кубок и очень много грамот. Я ездила в деревню Наумовку, ездила в Уфу, ездила в Кумертау, ездила в Мелеуз выступать. И лауреат всероссийских конкурсов и региональных конкурсов. Притом она движется далеко не по своему классу, она уже идет вперед. И нам администрация купила инструмент, который способствует именно вот такому маленькому ребенку заниматься на большом, настоящем классическом инструменте. Пока Настя не решила, кем хочет быть во взрослой жизни. Помимо музыки, она серьезно занимается английским языком, акробатикой, посещает кружок робототехники. И, как сама говорит, на все это она находит время, даже остается. Но во главу угла она все же ставит музыку. Для меня это радость, успех какой-то. Счастье. Эта маленькая талантливая девочка заражает своей энергией и желанием знать все. Хочется пожелать Анастасии успехов во всех ее начинаниях. Светлана Халитова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».